Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам расскажу про комплекс на болгарском побережье. Называется он «Обзор Бич Резорт». Расположен он на первой линии, сразу же рядом с морем. И находится в одном из самых спокойных городков Болгарии, в городе Обзор. У него отличный пляж с золотым песком, самый длинный на болгарском побережье – 10 километров, а пляж перед комплексом составляет 800 метров. Сам город Обзор располагается в 60 километрах от города Варне и в 74 километрах от города Бургас. Огромный сосновый лес окутывает город, и окружающая среда является экологически чистой. Посмотрите, детки спокойно резвятся здесь, очень безопасно и комфортно отдыхать с детьми. Город очень спокойный, нет особых каких-то дискотек, тусовок ночных, поэтому отдыхать очень комфортно. Сейчас я вам покажу, какие апартаменты продаются в этом комплексе. В данный момент мы заходим с менеджером на нулевом этаже в апартамент общей площадью 70 квадратных метров, из которых 7 составляет большая терраса, входящая прямо к морю. Посмотрите, входим мы сначала, у нас идет коридорчик небольшой, и одна спальня и одна общая комната, она же студия. Здесь находятся вещи собственника, так как ранее он здесь проживал. Сейчас собственник продает эту квартиру, он обновил мебель, повесил картины. Со всем этим он как раз и продает. Вот здесь занесены лежаки, которые были выставлены на террасе. Сейчас мы выйдем, посмотрим, какая у нас большая, красивая терраса. Очень удобно выходить к морю. Перед террасой есть еще поле мини-гольфа, где можно поиграть комфортно, очень интересно. И посмотрите, какой вид потрясающий. На террасе есть очень хорошая крыша, не надо ее ничем покрывать. У некоторых она открыта, им приходится самостоятельно ставить маркизы, а здесь все стоит. Обычно выставляют стол, стулья, какие-то предметы пляжные. Могут лежачки даже для отдыха поставить. Смотрите, это студия. Здесь мебель обновлена, куплена новая, поставлена новая кухня, посудомоечная машина, стиральная машина, бытовая вся техника присутствует, посуда присутствует, постельное белье, все ложки, вилки, все, что нужно для проживания. Красивые картины. Снимаю достаточно быстро, потому что мы смотрели сразу несколько квартир, времени у нас было немного, поэтому вот таким общим планом для вас. Айленд, посмотрите, какой очень удобный, высокие барные стулья, но это вот как раз мебель с террасы стоит. Сейчас мы заглянем с вами в ванную комнату. В ванной комнате у нас душевая кабина, ванны нет, душевая кабина. Такой вот стеллажик, шкафчик для принадлежности для ванны. Ну вот, посмотрите, квартира в хорошем состоянии. Холодильник поставлен, выставлен в коридор. И вот придумали вот такие полочки очень удобные. Достаточно закрыта входная группа, потому что в основном люди, когда у них такая большая терраса, заходят в квартиру с моря. Стоимость квартиры, которую мы только что с вами посмотрели, составляет всего лишь 90 тысяч евро. Далее мы с вами заходим в квартиру с двумя спальнями, также с видом на море. Здесь уже 111 квадратов и цена 119 тысяч евро. Посмотрите, большая комната, студия, также с кухней, несколько мест для сна. Кухонька небольшая, но все тут присутствует. Есть некоторый беспорядок, потому что здесь жили туристы. Эта квартира сдается туристам, но также она еще на продаже. Вот она выходит, вид у нее на бассейн, небольшой балкончик. Тоже удобно, сразу же вышел к бассейну, и за бассейном сразу же море. Прекрасный вид. Единственное, что достаточно может быть шумно для вас. Если вы любите спокойствие, то не совсем, может быть, подойдет. Но квартира отличных размеров. Здесь две спальни и две ванных комнаты.
Вот, посмотрим еще разочек на балкончик. Он закрывается. Жаль, что можно закрыть, но можно что-то новое. Уж простите за такой бардак, пришли после туристов, еще не успели убрать. Вот, и я вам сейчас покажу ванную комнату, также опять душевая кабина. Сейчас нам включит свет, мы посмотрим. А с другой стороны вид на гору, вот такой тоже достаточно приятный. И выход на балкончик. Получается два балкона также. Можно на одном сидеть за столиками отдыхать. Вот, а на другом, за другим балкончиком там поставить сушку, что-то сушить. Душевая кабина, все в плитке. Достаточно большая ванна. Можно поставить стиральную машину здесь и какой-то шкаф. Много места. Так, дальше смотрим с вами вторую спальню, из которой тоже своя собственная ванна. Вот она. Здесь также шкаф. И выход, опять же, на балкончик с видом на гору. Она уже спокойная, тихая. И такая яркая, солнечная. Вот сушка здесь стоит. А еще раз напоминаю, что все квартиры продаются с мебелью, с посудой, с постельным бельем, со всем оборудованием. Внутри. И вот ванная комната по такому же типу, и фен тоже присутствует, как и предыдущая. Здесь тоже достаточно много места, будет комфортно семье, в которых детей там не минимум двое. Это коридорчик, здесь обязательно всегда есть мебель, прихожая, и, пожалуйста, выходим. Вот это выход из корпуса. Теперь посмотрим самую маленькую и самую дешевую квартиру. Это квартира с одной спальней, 48 квадратов и стоимостью 55 тысяч евро. Смотрите, совсем небольшая студия. Главная комната, где есть кухня, спальное место, диван, который раскладывается. Кухонька совсем маленькая. Еще раз прошу прощения за такой беспорядок. Тут выехали туристы, не успели уборщицу убрать. Небольшой балкончик, но видите, здесь такая стеночка прозрачная. Будете видеть соседей. Столики, спальная. Спальня совсем небольшая. Но опять же таки все оборудовано. Кондиционер. И отсюда также выход на балкончик. Проблем здесь каких-то с ремонтом я не увидела. Только что здесь было грязно после туристов. А так, в целом, все хорошо. Вид на гору. Очень симпатичный столик, стулья. Все это присутствует в квартире. Продается. Есть ванная комната с душевой кабиной. Такой же стандартный. В целом стандартный набор. И мы входим. Это была квартира на 4-м этаже. Сейчас я вам покажу уже квартиру, которая не на продаже, которая сдается просто туристам. Ну вот эта квартира в хорошем состоянии, в чистом, когда в ней убрались после туристов. Это квартира с двумя спальнями, общей площадью, наверное, тоже около 100 квадратов. У нее вид из спален на гору. Имеется два балкончика. Один балкончик с одной спальни, выход. Вот, а второй балкончик имеет боковой вид на море. Очень красивый. Также стандартная мебель светлая. Так, девушки убираются. Сейчас посмотрим вторую спальню. Кстати, кровати с две, они раздельные. Их можно раздвинуть, а можно сдвинуть, как вам удобно. Кондиционеры, небольшие картинки, ночники, тумбочки. Все присутствует при покупке. Достаточно солнечная сторона. Это уже был вечер. Со стороны горы как раз солнышко поднималось.
Вот ванная комната, сейчас посмотрим. Длинный холл. Длинный. Там прихожая. Мебель для прихожей стоит. Стандартно, в принципе, очень удобно. И вот ванная комната, опять же таки, с душевой кабиной. Полотенца все ходят в комплект обязательно при продаже. Так, и сейчас мы с вами вот посмотрим мебель в прихожей. Очень удобно, в принципе, здесь хранить все. И пляжные какие-то принадлежности, обувь. И ламинат в большой комнате. Здесь уже большой стол, кухонный уголок, бытовая вся техника, даже кофеварка, чайник, тостер, микроволновая печь. Все у вас будет. Духовка электрическая. Набор посуды. Я сейчас вам как раз хотела показать, что там присутствует обычно. Открою шкафчик. Посмотрите. Так, что здесь есть стеклянная посуда, бокалы, стаканы, перечница, солонка и посуда. Кофейные чашки, обеденная посуда вся, большие тарелки, маленькие, даже есть вазочки, пепельницы и молочек. Так, здесь диван раскладывается один, это два спальных места, еще одна кушетка, еще одно спальное место, телевизор плоский и вот здесь балкон. Вот это выход на балкончик. Здесь был небольшой балкон. Ну, в принципе, удобно посидеть вечерком, выпить бокал вина, смотреть на вот это прекрасное море. Посмотрите, как оно близко. Это просто что-то невероятное. Сетка стоит на балконе, можно спокойно спать сеточкой. Кстати, безопасность, еще раз безопасность. Через балконы никто не лазит. Можно спокойно оставлять балкон открытым, даже если вы куда-то уходите. Ну вот, пожалуйста, вот такая квартира. Еще разочек загляну. Чистая, светлая, с хорошим ремонтом. Она, к сожалению, не продается, но это я для вам показываю для примера, чтобы вы понимали, когда квартира чистая и убранная, насколько она красиво смотрится в этом комплексе Обзор Beach Resort. Дорогие друзья, если вы будете заинтересованы в покупке апартаментов в комплексе Обзор Beach Resort, в городе Обзор, вы можете связаться со мной, свои контакты я оставлю внизу под видео. Пожалуйста, любые вопросы, если у вас возникнут, в этом комплексе сама часто летом проживаю я, могу ответить на любые ваши вопросы и рассказать про все плюсы и минусы, которые существуют. Очень была рада вас видеть на моем канале. Увидимся в скором времени. Всего хорошего!